Закончили клеить первый слой в дверях на автомобиле Opel Mokka. Такой у нас уже более глухой звук образовался. Ну, в передних дверях приступили клеить уже второй слой шумопоглотителя. Максимально все заклеили. И заканчиваем клеить крышу. Ведь сначала мы наклеили слой вибропласта, все тщательно прокатали валиком, и заканчиваем клеить уже второй слой шумопоглотителя. Продолжаем наши работы.